Ну и сегодня же информационные агентства распространили обращение Виктора Януковича. Он заявляет, что по-прежнему считает себя законным главой Украины и предостерегает от внутреннего вооруженного конфликта. Соглашение 21 февраля, подписанное с оппозицией в присутствии западных дипломатов, он называет невыполненным, а законы, принимаемые сейчас Радой, нелегитимными, поскольку на заседаниях не присутствуют те депутаты, которых запугали. Ну и в этой ситуации Янукович обещает бороться за выход страны из кризиса, учитывая, что юг, восток страны и Крым не поддерживают мятежников. Янукович подчеркивает, что сам не отдавал приказ армии вмешиваться в события и не допустит, чтобы это сделал кто-либо другой. В своем обращении он призвал Россию обеспечить его личную безопасность. Ну и вот позднее появились сообщения, что его просьба, цитата, «удовлетворена на территории Российской Федерации».